Губернатор Тверской области Игорь Рудени провел встречу с главой Ржевского района Валерием Румянцевым. Обсуждались вопросы развития ЖКХ, сельского хозяйства, газификации, культуры и другие актуальные для муниципалитета темы. В том числе речь пошла о вхождении района в отопительный сезон. Значимая для территории тема – газификация. В 2019 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области ведется строительство объектов в деревнях Ржевского района Турбаева, Михалева, Зайцева и Азарова. Содействие области в строительстве дома культуры в деревне Хорошево стало еще одним вопросом встречи. В рамках адресной инвестиционной программы Верхневолжье в 2017 году проведена подготовка территории для нового ДК, подведены наружные инженерные сети. Однако главной темой встречи стало обсуждение начала отопительного сезона. Валерий Румянцев рассказал, что в муниципалитете был выполнен весь комплекс работ по подготовке теплоэнергетического комплекса к холодному периоду. На ремонт объектов район получил поддержку областного правительства в объеме порядка 300 тысяч рублей. По словам руководителя, сейчас отопительный сезон проходит в штатном режиме. Сейчас в августе, в сентябре и октябре это будет продолжаться. До окончания отопительного сезона на первое место поставлены вопросы контроля как раз отопительным сезоном. Весь комплекс работ, который мы планировали на этот год, он выполнен.